Дорожный знак 1, а требования к водителям предъявляет разные в зависимости от обстоятельств. Знак «Стоп» относится к группе знаков приоритета. Применяясь по-разному, разные требования предъявляет к водителям. Если знак установлен перед нерегулируемым перекрестком, он обязывает водителей остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии перед пересечением с проезжей частью. Если же знак установлен перед железнодорожным переездом, то он обязывает водителя остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии непосредственно перед знаком. Но бывают ситуации, когда знак «Стоп» может быть установлен перед регулируемым перекрестком. Тогда светофор или регулировщик своими сигналами отменяет требования знака «Стоп». Значит, получив разрешение на дальнейшее движение от светофора или регулировщика, мы выезжаем на перекресток без обязательной остановки.